за Путина голосует быдло. Мне так кажется. Мне похуй. Это ваш продукт кремлевский, негодный, контрафактная партия, и желтый свет не зря у них, желтизна, измена. Я от души поздравляю вас с победой. Я лично присутствовал на участке и видел, как растет стопка голосов, поданных за вас. Явное преимущество, никаких сомнений у меня не было. Для меня уму непостижимо, как это возможно. В Штатах это было бы нереально абсолютно. Не допустили бы вообще. Ну и похуй. Добрый вечер, Владимир Ильич. Поздравляю вас с победой. Победой убедительной, заслуженной. Кто бы что бы ни говорил, это так. Моя социология, моих штабов еще неделю назад показала примерно такой результат. Мне похуй. И какая просьба. В Астрахани мэра избирают. Там наш Олег Шейн по экзитпулам лидировал. Но там опять хулиганство происходит. Будьте добры, дайте команду. Пускай там дурака не валяют, по-честному считают. В Астрахани на выборах мэра. Спасибо, а вас поздравляю. Спасибо, Сергей Павлович. Всего доброго. Обнимаю вас. До свидания. В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Это такая элементарная вещь. Вы послушайте, я вот лежал в кровати перед сном или проснувшись, уже не помню, и думал. Ну, такую бредятину, я просто не знаю, откуда они это берут. И они делают это за счет российского налогоплательщика. А вы говорите, свобода слова.